Да, налоговая прибыль крупнейшего банка Европы HSBC выросла в первом полугодии на 10% до 13 миллиардов 600 миллионов долларов. Это произошло благодаря хорошим результатам в Гонконге, достигнутым в условиях растущего китайского рынка. А вообще Азия обеспечивает сейчас 2/3 прибыли банка. HSBC, продолжающий избавляться от неприбыльных подразделений, уже сокративший около 50 тысяч рабочих мест, также объявил о предстоящей продаже своего бразильского филиала второму по величине банку этой страны, банку Бродешку, за 5 миллиардов 200 миллионов долларов. Дороже, чем ожидали аналитики.